Водители, которые регулярно и грубо нарушают правила дорожного движения, возможно, будут надолго лишать прав. Законопроект об этом сейчас рассматривают в Госдуме. Поводом для ужесточения наказания стали многочисленные происшествия с участием стритрейсеров. О самых громких случаях Ксения Еременко. Звука, судя по дыму и запах жженой резины, пара водителей на БМВ показывают чудеса дрифта, полностью блокируя при этом движение на дороге и преграждая путь растерянным автомобилистам. Видео снято летом, но ролик в аккаунте «Богатые русские детки» появился только сейчас, будто насмешливо продолжая многосерийный фильм о беспределе на дорогах, последний выпуск которого буквально несколько дней назад закончился так. Мне искренне очень жаль за такую глупость. Что по такой глупости пострадал человек? Наверное, где-то в глубине души я бы предпочел, чтобы лучше бы это был я. В виде меры пресечения Тверской суд назначил Вартану Саркисову 2 месяца ареста. 26-летний гонщик, предполагаемый виновник смертельного ДТП. По версии следствия, он ехал на своем Порше со скоростью 140 км в час и на пешеходном переходе в районе Мосфильмовской улицы сбил мужчину. Почти полкилометра он протащил его на капоте и врезался в припаркованное авто. Экспертиза показала в его крови не только следы алкоголя, но и наркотиков. Если вина будет доказана, он может получить до 5 лет колонии. Но мать погибшего, 58-летнего Андрея Шестакова, уверена, этого недостаточно. Мне, как матери, вот первое время я бы его растерзала вообще, вы понимаете? Я бы его растерзала бы, вот. И чтобы ему дали пожизненно, чтобы вот он там помучился. И пусть родители, которые там в истерике бьются, они-то, я вам уже сказала, что они его дождутся. Пожизненное за гонки с летальным исходом на днях дали в Германии. Суд признал 2 молодых людей виновными в смерти водителя машины, с которыми те столкнулись, когда устроили гонки в центре Берлина. Их обвинили сразу по нескольким статьям, в том числе умышленное убийство. Судебная практика в отношении российских гонщиков не так сурова. ДТП на Кутузовском проспекте, май 2015-го. 29-летний Дени Мирзоев насмерть сбил мотоциклиста, получил 2 года колонии. В октябре того же года на Крымском мосту пострадал один человек. Водителя Феррари студента МГИМО не было прав. Он заплатил штраф 15 тысяч рублей и уехал домой в Израиль. Громкое дело прошлого года – нашумевшая гонка на Гелендваген. Представители золотой молодежи уходили от полицейской погони, получили по 15 суток ареста и 300 часов обязательных работ. И когда, казалось, уже пора сбавить скорость, на Мосфильмовской сбивают человека. Следствие по делу Саркисова еще идет. Это достаточно дорогие машины, у них есть деньги. Как только кто-то из... Но, опять же, в кавычках, героев подобных, да, избегает ответственности. Конечно же, это некий такой флажок для остальных. Если один откупился, если одному удалось избежать наказания, почему я этого сделать не могу? Если сейчас что-то такое серьезное не предпринять, то в дальнейшем на дорогах будет просто страшно находиться обычным законопослушным водителем. В зависимости от обстоятельств они могут лишиться прав, получить штраф, общественные работы или реальный срок, если по их вине погибли люди. Ни в административном, ни в уголовном кодексе особой статьи для стритрейсеров нет. Зато сейчас Госдума рассматривает 2 других законопроекта, которые коснутся, в том числе и любителей погонять. Законопроект об опасном вождении, законопроект о систематических нарушениях правил дорожного движения. Если 4 грубых нарушения водитель в течение года допустил, то по решению суда он будет лишен права управления на длительный срок. Отдельного законопроекта по стритрейсерам как такового нет. Это требует обсуждения и, возможно, внесения подобного законопроекта, потому что поведение этих молодых людей, иногда среди них есть и не очень молодые люди, достаточно зрелые, оно представляет опасность для всех участников дорожного движения. Видео дрифта на Воробьевых горах сейчас изучают правоохранители. Номера машин водители даже не пытались спрятать. Получат штрафы или в худшем случае лишатся прав. Но это автомобильных лихачей, кажется, не пугает. Ксения Еременко, Наталья Андреева, Артур Ульханян, Москва, 24.